В Запорожской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибла пожилая женщина, а еще шестеро пассажиров оказались на больничных койках. Возможная причина аварии, говорят инспекторы, техническая неисправность машины. ДТП произошло на трассе Харьков-Симферополь. Рейсовый «Мерседес» двигался со стороны Мелитополя в Крым. На границе Запорожской и Херсонской областей машина внезапно идет юзом и переворачивается в кювет. Ехали по дороге сюда, километров 70, скорость. Хлопок в нижней части, в левой. Вот резкий юз. Я на тормоз. Автобус стал опрокидываться и пошел в кювет. В салоне было 15 человек. По предварительным данным, люди ехали на работу. Больше всего досталось шестерым. 69-летняя женщина погибла. По пока не установленным причинам водитель допустил выезд на обочину и опрокидывание автобуса. Значит, в данном дорожно-транспортном происшествии погибла одна женщина. И 6 граждан были доставлены в учебное учреждение Акимовки города Мелитополя. Следствие по факту этого ДТП продолжается. Одна из версий причины происшествия – техническая неисправность автобуса.